Всем привет! Вы на канале Чудо-огород, коротко и ясно. С вами Лариса. Собирая очередной раз огурчики со своих огуречных кустов, хочу рассказать о таком вопросе, как пожелтение листьев. Мое видение этого дела. Потому что в Инстаграм сейчас очень много поступает вопросов об этом. Почему желтеют листья? Почему желтеют листья? Присылают фотографии люди. И сразу так нельзя ответить. У каждой причины есть свой ответ. Итак, вкратце скажу быстренько о причинах, как я это вижу. Во-первых, пожелтение листьев от того, что поливаем холодной водой. Мы, например, поливаем отстоянной водой из бочки. Затем нужно исключить ожог листьев, то есть притенять кусты огуречные. Обязательно, потому что сейчас во многих регионах, как у нас, плюс 40, поэтому на улице очень-очень жарко. Это второе. Так, третье. Нужно исключить болезнь корней. То есть подкопать один куст и посмотреть, нормальные ли там корешки. Если там проблемы, то обязательно нужно подкормить или полечить чем-то. Я не допускаю этого и делаю профилактику глиокладином. Об этом показывала много раз. То есть вокруг куста несколько таблеток заглубляю и этим спасаю свои кустики. Так, еще самая такая причина распространенная – это насекомые, грызущие, сосущие. Посмотрите, вот так вот отогните. Если на листе есть какие-то там букашки, таракашки, обязательно я обрабатываю искрой. Хорошо помогает, никто не прицепляется в течение месяца. Хоть стоит жара, все в порядке. Также есть заболевания огуречные, я углубляться не буду, об этом можно почитать. Сейчас очень много информации. Просто хочу сказать вот то, что нужно исключать. У каждого своя причина. Женщина прислала мне фотографию, а у нее кусты стоят прям на солнышке. Я спросила, что у вас они так и растут. Она сказала, да, растут на солнце. Мы думали, что солнце это хорошо. Но заметьте, что многие делают притенение огурцам, чтобы они дольше плодоносили. У меня в этой теплице, я вообще давно исключила уже в открытом грунте выращивать огурцы по этой причине в теплицах. Теплица в этой у меня стабилизированная пленка, она вообще не пропускает ультрафиолет. Очень хорошо действует. Кустики долго очень, буквально до сентября, до октября. Также еще, знаете, бывает, что просто становятся старенькие листики внизу в самом. Вот я каждый раз собираю и постоянно немножко выдергиваю по низам эти желтые листочки. Просто они уже отжили и свободу нижнему ярусу нужно давать обязательно. Вот такие вот вкратце советы. Это легко проверить всем. А кто занимается выращиванием давно, знает, конечно, об этом. Но много новичков, и поэтому это видео для них. Желаю всем удачи. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Самое интересное впереди. Пока.